Одна из заявителей, Антонина Петровна Колодина, приехала на прием к руководителю из Бузулука. Женщина несколько лет безуспешно борется с соседом, который, по ее словам, самовольно захватил 100 квадратных метров земли. А каждый регистрирующий орган скрывает это, приписывая в документах несуществующие метры. Я за это плачу баснословные деньги. Но на меже он строит баню. От бани его мой колодец 2 метра. Вот по фотографии, пожалуйста, посмотрите. Это обращение Александр Садчиков взял под свой личный контроль. Оренбуржца Александра Федюнина интересовал вопрос, связанный с государственной регистрацией прав на землю. Мужчина считает, что налицо несоответствие земли, расположенной вблизи поселка Ивановка, с документами, которые находятся в общей долевой собственности. По тем документам, если люди живые, 800 человек, не присутствовали на этих собраниях, не писались, мало того, я вам покажу вообще парадоксальное. Это документ, который выдан, копия верна заместителю главы администрации Ивановского сельсовета. Мы зарегистрировали по факту то, что сдали нам документы. Мы там не увидели нарушений. Мужчины просили Александра Николаевича оказать содействие в рассмотрении вопроса по факту нарушения их прав. Руководитель Оренбургского Росреестра предложил решить спор в суде. Есть проблемы, которые можно решить только этим путем. Вообще, земельный вопрос заставил решительно действовать многих собственников. Люди почему приходят? Если раньше законодатель не обращал на это внимания, есть пай, с него денег не брали, ничего. А сегодня налоговая, есть земля, заплати налог. А если человек нищеет, а пай за ним чистится, зачем он ему нужен? Все чаще в Росреестр стали обращаться люди, которые не согласны с новой переоценкой земельных участков. В Оренбургской области была определена новая кадастровая стоимость земли, которая теперь приближена к рыночным реалиям. Отдали на откуп администрации, они конкурсы проводили. Тут винить кадастровую палату, Росреестр ни в коем случае нельзя. Вот они должны были отслеживать, они не следили. Выход есть. При Оренбургском управлении Росреестра создана комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Только за последнюю неделю ее работы по 70 участкам приняты положительные решения. Елена Давыдова, Дмитрий Примачек, новости дня.